Всем привет! У меня сегодня пюре с отбивной куриной. Вот такая закусочка с селедкой, картошкой. Блинчики с шоколадом белым. Тут у меня горчичный соус, огурцы и леча острая. Пьем чай. Всем приятного аппетита! Хочу взять эту закусочку. Лечо ее вкусно. Выходные так быстро пролетели, если честно. Отбивная куриная. Пюре чуть-чуть разогрелось молоком. Пишите, как у вас дела, что делаете. Мы сегодня вместе с вами распакуем посылку. Люди очень красивые пижамы домашние пришли. Так что всем приятного просмотра. Распакуем вместе с вами посылочку с сайта Tikitex. Для вас приятный бонус, скидка 5% на протяжении 7 дней после видео этого в ролика по нашему промокоду NikolayevFamily8. Вы получаете скидку 5%. Промокод нужно указывать в комментарии к заказу. Вот такая пижамка Леве пришла, очень приятного качества. Огромный размерный ряд, очень много вещей для детей, мужчин, женщин. Обязательно заходите на сайт Tikitex. Также не первый раз мы уже берем там подгузники. В этот раз я взяла немножко другие. На 12-20 килограмм, в упаковке 48 штук. Чем они мне нравятся? Тут есть индикатор заполнения. Это очень удобно. Они на таких тоненьких липучках. И сам подгузник довольно легкий. И нет протекания с ними. Следующая пижамка с зайчиками. Кто нас всегда смотрит, можете заметить, что у нас уже их несколько штук. Очень классное качество пижам, приятные. После стирки с ними ничего не случается. Следующая пижамка более тонкого качества. Она со звездочками. Идеально на ночь. Мне она безумно понравилась. Все вещи сшиты очень аккуратно. Нигде ничего не торчит, ничего лишнего нет. Классный сайт. Также с Tikitex мы уже заказывали стиральный порошок. Кто любит гипоаллергенные порошки, от 0+ они идут. Нам тоже он очень понравился. Мы заказали еще. Обязательно заходите на сайт Tikitex. Очень большой ассортимент товаров. Самое главное, быстро отвечают менеджеры и очень быстрая доставка. Были в гостях на выходных у мамы. Она всегда очень много готовит и собирает нам с собой. Так что я сегодня вообще ничего не готовила, кроме завтрака. У нас завтрак стабильно. Сейчас каша. Попробовала сейчас не поставить кольцевую лампу. Пишите, как освещение, потому что, мне кажется, и дневного света хватает. Так
Такая классная идея закусок. У меня хорошее настроение. Я сегодня снимала влог полдня. Очень острое. Но вкусно. Хочу сегодня испечь пиццу. Лёва проснется, пойдем в магазин, прогуляемся. Все есть, нет томатов. Эту чашку показывала во влоге. Не знаю, снималась на мукбанге или нет. Там сухоцветы внутри. Купила последнюю. Магнит косметик. У меня были такие чашки с двойным дном, и в основном во все попала вода. Надеюсь, эта чашка так не получится. Уже предвижу комментарии о том, что не сама приготовила. Я знаю, я не понимаю, честно, почему у многих людей такие стереотипы, что женщина должна готовить, убирать. Какое-то навязанное мнение. Мне кажется, все надо делать по желанию. То, что вы будете упахиваться, да? Или на кухне, или где-то уставать. Не думайте, что это кто-то прям очень сильно оценит. Если вам это не нравится, и вы не хотите это делать, то делайте. Также был комментарий про дом, то, что я заставляю Костю, то, что у нас будет дом, сама этим делать ничего не буду. Вчера, кстати, об этом с Костей говорили, что он говорит, что он больше хочет квартиру, а и больше участок, как дачный. А я очень хочу дом. Я, получается, продержала в доме, и мне есть чем сравнить. Просто у многих понятие дом – это огромный огород. Все остальное.
Огород вообще я большой не хочу. Так, один парник. Прям удивлена, что в эту чашку до сих пор не попала вода. Наверное, еще почему у меня попадала в те чашки вода, я их оставляла в раковине. Так делать нельзя. Так, это все уберем. Оставим только блинчики. У меня еще мороженое есть, можно было еще мороженое достать. Шоколадный блинчик, внутри белый шоколад. Очень вкусно. Блинчики я тебе купила в магните. В упаковке там 4 штуки. Безумно вкусно. Очень много начинки. Лёва спит. Я снимаю видео, потом придет Лиана. Подружке день рождения мы хотим заказать доставку. Сюрприз. Вот будем выбирать сидеть. Так сейчас удобно, что можно все заказать на доставку. Мы находимся не в одном городе. Блинчики очень понравились мне. Кто тоже любит шоколад, сочетание. Попробуйте купить. Все ссылочки на сайте Китекс и товары я оставлю в комментариях в описании под видео. Заходите. Очень вкусные были блинчики. Спасибо, что были сегодня со мной. Всем пока. До новых встреч.